Дед Мороз в прошлый раз он утром приходил с подарками. Наверное, заблудился где-нибудь. А что в коробке? Иди поиграй на пианино. Займись чем-нибудь. Будут тебе подарки. Нет, я вчера весь вечер мариновала. Ба, дай мне, пожалуйста, сосиску. Подожди секунду. Саша, я тебя прошу. Наряд для главной елки страны. Гигантские шары и шишки из коробок разобрали в считанные минуты. Ребята отметили, обычные игрушки для такой елки не годятся, поэтому самодельные украшения они с собой не привезли. По традиции новогоднюю ель украсят более 2000 игрушек в цветах российского триколора. Они сделаны из прочных материалов и практически не бьются. Завершением праздничного наряда станет цветодиодная гирлянда. Мы ее пробовали в 2010 году. В прошлом году мы впервые... Вась, да ты что, не ждешь Дед Мороза? Вы все меня не понимаете. А он все не идет и не идет. Может быть, он заблудился и не может нас найти? Зануда. Ну что, коллега-багет, приступим к нашему эксперименту. Ты представляешь, эта девочка ест одни сосиски. Я стараюсь, готовлю. Саша, мне сразу после праздников сдавать статью. Пожалуйста, не отвлекай меня. Пап, а через сколько часов Новый год уже наступит? Дети в твоем возрасте умеют сами определять время. Вот тебе будильник. Разбирайся сама. Пожалуйста, оставь меня в покое. О, салютики! Теперь Дед Мороз нас точно найдет. все исправим. Ничего страшного. Это пробки выбило. Ага. Сейчас мы нажмем кнопочку. Так. Где она тут у нас? И включим электричество. Ага. Вот она. Вот она. Ну-ка. Так. Вот она, эта кнопочка. Эть, раз, и эть, два. Ха-ха. Ну, да будет свет. Кот-Багет. Саш, угомонись, пожалуйста. Ты нас сегодня всех с ума сведешь. Дедя Мороз, куда вы его спрятали? Угомонись, пожалуйста. И Дед Мороз приходит только хорошим девочкам. Давай, давай. Противостоять любым испытаниям. Решать самые сложные задачи. Саша! Сашенька, иди сюда, хватит дуться. Подойди, а то сейчас Новый год пропустишь. Пожалуйста. Дорогие друзья, не надо было на нее кричать. А я должен был ее по головке погладить, да, после вот этого теракта? Я тоже не железный. Новый год, вот, 5 минут. Открывай, дочка. Дорогие мои, я хочу сказать тост. Но обычно, как известно, в Новый год сбываются все желания. И пусть все плохое, все плохие поступки и плохая девочка тоже пусть останется в старом году. А в новом году у нас была хорошая девочка. Да, пусть в новом году у нас появится хорошая девочка. Хорошая девочка. Угу. Пусть появится хорошая девочка. Да. Что же такое? Кто там? Здравствуйте! И с Новым годом! Я хорошая девочка. Можно мне войти? Спасибо. Теперь не время помнить про прежние дела. Когда наступит полночь, не будет больше зла. Было вам противно, то станет вам смешно. Все будет позитивно, точнее все равно. И вот все ваше прошлое из памяти ушло. Я деточка хорошая, вам очень повезло. Забудьте все унылые, печальные года. Я вежливая, милая, и это навсегда. Это навсегда. Это навсегда. Это навсегда. Хорошая терка для свежей моркови. Салат без моркови улучшит здоровье. Хорошие деду подарим очки. Предметы далекие станут близки. Хорошие средства, чтобы вымыть посуду. Теперь свои руки я портить не буду. Хороший будильник разбудит с утра. Статью для журнала закончить пора. Хорошие тетрадки, хороший урок, чтоб школу с медалью окончить я мог. Ошейник собаке, щетка коту. Люблю, когда ценят мою красоту. Дед Мороз. Здравствуй, Дед Мороз. Здравствуй, деточка. Разве тебя не учили? Что нужно спросить? Кто там? Кто там? Говорить, кто там, уже поздно. Ведь ты меня уже пустила. Я полномочный представитель Ее Высочества королевы. Не знаю никакой королевы. Где моя мама? При чем тут мама? Когда хорошие деточки с кем-то знакомятся, они говорят, что им очень приятно. Мне совсем не приятно. Это не имеет значения. Собирайся, моя милая. Нам пора. Время ждет. Нетушки, дядя полпред. Я с незнакомыми дядями никуда не пойду. Я буду сидеть здесь и ждать моих маму с папой. Вот. Молодец. Хорошие деточки никогда никуда не ходят с незнакомцами. Но мы-то уже познакомились. Поэтому либо ты идешь со мной, либо остаешься здесь. Совсем одна. Понимаешь, деточка, твои родители загадали желание. Очень сильное желание. Они попросили новую, хорошую девочку. А в нашей стране много хороших девочек и мальчиков, и мы готовы ими поделиться, если попросят. И мы прислали им самую лучшую. Девочку №1. Они так счастливы с ней. Им так весело и светло с ней в новом году. А тебя они оставили в старом. Поплачь. Поплачь, моя милая. Не буду я плакать, и платок мне ваш не нужен. Абсолютно правильно. Плакать тебе теперь незачем. Потому что скоро ты увидишь самую прекрасную из всех королев. И она обязательно тебе поможет. Поможет? Правда? Чистейшая. Ну а сейчас нам пора. Время не ждет. Ой! Разумеется, ведь они же искусственные. На настоящих цветах бывает пыльца, а у хороших деточек от нее может начаться аллергия. Это недопустимо. Только свежий воздух. Ну что, деточка, нравится тебе наша страна? Скучно. Никого нет. Это наша новенькая. Здравствуй, новенькая! Она считает, что у нас тут скучно. Чего-нибудь, если тебе скучно. Не буду я протирать, я вообще домой хочу. И где уж королева? Вы обещали, что она мне поможет. Так-так-так. Номер 2. В моем доме я освободилась место, поэтому ты станешь моей лучшей подругой. Поздравляю! А что это такое? У наших стен есть уши. У нас в стране четкий распорядок дня. Утром чистим зубы, потом делаем зарядку, потом самое интересное. Делаем генеральную уборку на улице, чистим стены и уши и промываем фонарные глаза. Потом обедаем, едим только полезное. А играете вы во что? Ты что на мне? Как это играть? Там же ведь аттракционы. Ну пойдем. Аттракционы — это пустая и глупая трата времени. Пустая, а мы должны время заполнять. Дадут чипсы и сладости. Что ты? Это же очень вредно. Вредно? За нас съест полпред. Он жертвует собой ради нас. А мне дома разрешала бабушка чипсы и всякие конфетки. Не расстраивайся. Королева тебе поможет. Наша королева самая лучшая королева на всем белом свете. Тебе же на завтра назначили, да? Только не думай, что она тебе поможет. Почему? А ты номер 7. Помолчи. У тебя, между прочим, уже 2 предупреждения. А зачем я должен молчать? А вот помолчи. Спасибо, полпред, кто съел при обед, который нанес бы нам, деточкам, вред. Спасибо, полпред, кто съел при обед. Добро пожаловать. Теперь ты будешь жить здесь, со мной, с твоей лучшей подругой. Ой, кто это? Это резиношнауцик. Он гипоаллергенный и гигиеничный. Совсем не линяет, легко моется с мылом, ничего не ест и ничего никогда не портит. А кто его в клетку посадил? Давай выпустим. Пусть погуляют, побегают. Как она открывается? Ну, конечно же, она не открывается. И никто его туда не сажал. Он прямо так и живет, в клетке. Чтобы мы его не гладили. Это очень удобное домашнее животное. И вообще, пойдем, нам пора. Добро пожаловать. Вот здесь твоя кровать. Слушай, а давай поиграем во что-нибудь. Ты скоро привыкнешь и не будешь задавать лишних вопросов. Вот, здесь все ответы на любые вопросы. Это самая главная книга в стране. Вот вечером ее и почитаешь. А сейчас у нас генеральная уборка в комнате. Держи! Все спят, все довольны. А это не наша девочка. Не наша. А тебе-то что? Как что? Как что? Носом чую. Саша попал в беду. Надо спасать нашу девочку. Наша не наша, Саша не Саша. Мне и так хорошо. Для меня важнее бабушка. Занудство просто полнейшее. Спокойной ночи, моя лучшая подруга. А может быть, страшные истории рассказываем? Делаешь? Что, побежишь жаловаться часовым? Я не ябеда. Вот, пирожок будешь? Я у полпреда со стола стащила. А кто эти часовые? Это такие огромные стражи. Они ловят тех, кто не спит по ночам. Ставят на руки деточки метку предупреждения. Видишь два клейма? Когда будет третье, меня унесут в башню страха. Ну зачем же ты это делаешь, если это настолько опасно? Потому что я еще помню, какой была раньше наша страна. Было много мороженого, было весело. Была добрая королева. А теперь она какая? Злая. Она провела всеобщий обряд забвения. Из-за нее. Из-за нее мы все забыли. Задержать. Часовые! Нас засекли! Пойдемте, я пропал. А что это такое обряд забвения? С тобой это сделают завтра. Королева заставит тебя забыть все, твою семью, твоих кота и собаку, даже твое собственное имя. Песни забвения, не слушай ее. На, заткни уши. Пусти! Песня забвения, не слушай ее! Ай, дай! Опять морковный салат. Но ты же его так любишь. Он полезный, в нем так много каротина. Мало ли то, что любит. Пища ребенка должна быть разнообразной. А может быть тогда хорошую жареную сосиску? Что? Вредную жареную сосиску? Не, девочка, бабушка просто пошутила. Я пошутила. Пошутила. Да. Мне кажется, вон там какое-то пятнышко. Я так об этом мечтала. Почему же все из рук валится, а? еще не одета? В стране хороших деточек хорошего не счесть, и для хороших деточек огромнейшая честь служить ее величеству, полпреда уважать, по качеству, количеству весь мир опережать, едины и согласны мы на благо всей страны, бодры, стройны, прекрасны мы, добры, умны, сильны. В стране хороших деточек все деточки друзья, в страну хороших деточек врагов пускать нельзя. Все стройно и красиво, и море позитива. Когда часы пробили, вы прошлое забыли. Страна хороших деточек, прекрасная страна. В стране хороших деточек нам память не нужна. Над нашей милой родиной летит курантом звон. Над нашей милой родиной летит курантом звон. Все стройно и красиво, и море позитива. Когда часы пробили, мы прошлое забыли. Когда это произошло? Сегодня ночью часовые схватили меня и номер 7. Ты выходила ночью? Это строго запрещено. Я давно говорила номеру 7, что он ведет себя как плохой мальчик. Но ведь его же не сильно накажут. В нашей очень хорошей стране всех наказывают строго, но справедливо. Так говорит королева. Тебе ведь на сегодня назначено. Слушай. Она не самая лучшая. Она сегодня заставит меня забыть все. Маму, папу, бабушку, дедушку и даже Вадика. А я не хочу. Я вообще хочу домой. И как ты попадешь домой? Я сбегу. Хорошие детки не сбегают, и ты не сбегай. Иначе я все расскажу. Разве хорошие деточки ябедничают на своих лучших подруг? Они не ябедничают, они сообщают тому, кому следует. Кому это еще? У черного-черного рва в черной-черной комнате живет страшный-страшный плохой дядька. И всех сбежавших из нашей прекрасной страны сажает в свой большой черный мешок. И что, ты отправишь нам сигнал тревоги, да? Ты же ведь моя лучшая подруга. Все равно далеко не убежит. Глупая. Сколько у нее предупреждений? Тише, тише. Да отпусти ты меня. Больно же. Кровь. Столбняк. Гангрена. Что такое? Что? Что? Вадик на меня напал! Ой! Смотрите, что это? Ой, какой ужас! Хорошие, как они так себя ведут? А? Нет. Нет. Этот кот нет. Вооружен. И очень, я повторяю, очень опасен. Необходимо подстричь ему когти. Вот, да? Правильно. Сейчас же. Необходимо подстричь ему когти. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Котик. А, вот ты где. Нашему котику нужно подстричь коготочки. А потом мы тебя побреем. Котики без шерсти становятся и полиергенными, и гигиеничными. Иди сюда, котик. Убиваю! Бабушка! Ого! Ха. Эй, ты чего это разлетался? А? Да. Это не наша девочка. Наконец-то понял. Давно пора отсюда когти рвать. Я, кажется, взял след. Побежали, быстрее! Куда? Холодно же. Ай, ну как хочешь, Багет, я и без тебя справлюсь. Ну-ка, куда вы? Ко мне! Привет. Давай, не тормози. Много лет. Какой-то вы странный. И на плохого совсем не похожи. Ты что это? Меня не боишься совсем? Какой-то вы весь грязный, весь в саже, весь чумазый. Почему же ваши хорошие деточки не поухаживают за вами, не постирают вам одежду, не умоют вас? Ну, это не мои деточки. Ты вообще убежденный холостяк, и никаких деточек у меня нет. Работа у меня грязная. Сторожем я работаю. Злым волшебником, плохим дядькой. И ногти у вас давно не стрижены. Это же неудобно. Так, похоже, ты меня совсем не боишься. Слушай, а тебе правда меня жалко? Правда. Ладно, не буду тебя жалеть, есть аппетиты. Давай я тебе лучше одно твое заветное желание исполню. Хочешь? Да, пожалуйста. Только одно единственное учти. Я могу раз в 100 лет только одно доброе чудо делать. По контракту не положено. Полпред мелким почерком в договор записал, я не заметил. Я хочу домой попасть, к маме с папой. Ой, делов-то. Дома с папой и с мамой. Сейчас. Сейчас, к маме с папой. Так, мам с папой. Так, где мой волшебный мешок? Ой, радикулит, ой-ой-ой-ой-ой! Погоди, такое было. Да? Пусть у вас все пройдет. Пожалуйста, пусть у вас все побыстрее пройдет. Ой. Спасибо. Да не за что. Ну что, давайте исполняйте теперь мое желание. Деточка, я же уже исполнил твое желание. Ты пожелал, чтобы у меня все прошло, так у меня все прошло. Спасибо. Вы меня обманули, да? Ну вот, еще обманул. Я же тебе сразу сказал. что я злой волшебник. Плохой дядька я. Вам не стыдно? Ой, только не надо. Ну, давай иди, откуда пришла. У нас тут граница на замке. И вообще некуда тебе идти. Почему? Я иду домой. Это не получится. Мы же находимся в прошлом году. Тебе нужно пересечь не только границу страны, но и границу времен. А без волшебства это не получится. Я перейду эту границу времен. Я лично видел, как они убежали. Я иду поищу еще раз. Может быть, найдутся. Они пропали. Балбес и Багет пропали. Все. А я всегда говорил. Как собаку назовешь, так она себя и поведет. Не расстраивайтесь. Все, что не сделано, все к лучшему. Без них даже чище. Гигиеничней. А все почему? Животным ласка нужна, а мы женщин жесткие одели, когти стричь. Конечно, мы сами виноваты. А может, объявление написать, типа, собака пропала, о, и кот тоже. Молодец. Глупости! Ой. Не надо никого возвращать. В квартирных условиях животные только мучаются. На улице им гораздо лучше. Да. Кажется, что наша девочка раньше была другой, угу. Не такой аккуратной. Да. Нам сюда, заходи. Животным сюда нельзя. Сам ты животное. Эй, Багет, а ты куда? Я что, дурак, по лестницам бегаю? Смотри, собака. Ты вообще уверен, что он правильно идет? Давай, не отставай. Мы уже близко. Так, тут след обрывается. Нам сюда! Сейчас. Ты что бьешься? Здесь же написано, лифт не работает. А? Как не работает? А ты что, читать умеешь? Я много чего умею. А? А что нам теперь делать-то, а? А полазь. Ты ж больше ничего не умеешь. Ух ты. Ты смотри, получилось. Попали. Саша, мы пришли за тобой. Где ты? Отзовись! Саша! Кто-нибудь! Помогите! А ну, цыц! Мы здесь! Цыц, я сказал. Слышь, пес, говори помедленнее, а то я ничего не понимаю. А? Мы пришли за Сашей. Помоги нам найти ее. Нет, ничего не выйдет. Собаки не могут переходить границу времен. А вот кот может. У котов на это есть способность. Нет у меня никаких способностей. Способности есть. А вот времени у тебя, кот, нету. Сейчас в замке начинается обряд забвения. Королева сотрет все воспоминания вашей девочки, и она вас забудет навсегда. Мужик, стой! Что нужно делать? Я все сделаю. У тебя ничего не выйдет, потому что псы не умеют мурлыкать. Блин, слыхал? Теперь твоя очередь. Ну, помурчи чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Ладно, что бы без меня делали. Видишь, деточка, ты никуда не убежала, только зря силы потратила. Потому что у нас границы на замке. Мы заботимся о наших деточках. Мы не хотим, чтобы они попали в опасный другой мир, где их поджидают болезни, неправильное питание. Итак, все идет по плану. 16:00. Знакомство с Ее Величеством Королевой. Самый лучший из всех королев. Сопровождение — гимн страны хороших деточек. 16:15. Короткая речь Ее Величества Королевы. Самый лучший из всех королев. 16:30. Торжественная церемония забвения. Слушай, кот, ты лучше не дергайся, а то у меня ничего не получится. Ладно, я постараюсь. Старайся. Дядя полпред? Какая несусветная чушь. У тебя, видимо, что-то со зрением, деточка. Мы это быстро исправим. В нашей прекрасной стране у всех одна прекрасная точка зрения. И с этой прекрасной точки зрения всем видно, что я самая прекрасная из всех королев. Что нужно сделать, когда знакомишься с королевой? Какая же вы королева, вы дядя полпред, только в платье. Молчась. Ты нарушила регламент. Ты дерзила. Ты посмела перебить королеву. Полпред, 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 полпред. Молчи! Полпред, 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 полпред. Ну вот, хоть что-то. Да. А чё? А то! Да. О. Это что? Камуфляж. Ты же в разведке. О. Ты нарушил регламент, деточка. Ты дерзила. Ты очень расстроила королеву, деточка. Но это же были вы. Это были вы. Ее Величество королева, самая лучшая из всех королев, приказывает немедленно стереть твою память. Проводите ее в очистилище. Отпустите меня! Прошлое прошло. Нам, деточкам хорошим, на свете хорошо. Что было вам противно, то станет вам смешно. Все будет позитивно, точнее все давно. И вот все ваше прошлое из памяти ушло. Деточки хорошие, нам очень повезло. Забудьте все унылые, печальные года. Вы бежевые, милые, и это навсегда. Это навсегда. Это навсегда. Это навсегда. Угу. Саша, это я, Багет. Кот, я пришел за тобой. Поздравляю. Не знаю никакого Багета. Молодец. Спасибо. А на котов у меня аллергия. Ты теперь номер один. Саша, спасибо. Я сейчас не очень хорошо выгляжу. Класс. Но это же я, твой Багетик. А? Вы меня с кем-то, умница, перепутали. Мой дом здесь, я хорошая девочка, номер один. Ага. Ведь верно, Ваше Величество, я номер один? Да, деточка, ты номер один. Угу. Саша, поздравляю. Вспомни наш дом. Балбеса. Поздравляю, молодец. Бабушку. Спасибо. Сосиски. Поздравляю. Спасибо. Пойдем домой. Пока. 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 Я родился в стране, где режим был строгим. В детстве мне пришлось заниматься многим. Я с отцом ходил на прогулку с троем, но не смог я стать молодцом-героем. В 6 утра подъем, а потом железно. Всем на завтрак всегда то, что всем полезно. Мать директор школы, где я учился. Меня делали гением, я не получился. Я узнал, что есть окно в любой стене. Непонятно стало сердцу моему. Я увидел, как играли дети в солнечной стране, где никто не подчинялся никому. Мое детство прошло, что поделать с этим? И тогда я решил отомстить всем детям, отобрать их память о ярком прошлом. Ведь она не нужна деточкам хорошим. И чужая память в шкафу пылится. Не могу понять, на кого мне злиться. Я играю. Кто же я такой? Я и сам не знаю. Ты что, новенький? Новенький. А ты проходил обряд забвения, а? Проходил. А когда? Недавно. А какое теперь твое имя? А? Коля. Коля! Коля-Багет. У хороших деточек, прошедших обряд забвения, не бывает имен. У них номера. Чужой! Хватайте чужого! Так интересно, любопытно. Так, потрясающе. Ты же кот! Ну да, кот. Тоже мне новость. Вы кто? Кто? Я главный часовщик страны хороших деточек. Гениальный изобретатель и великий ум планеты. Это я здесь все изобрел, понимаешь? Что такое? Что такое? Вы что, электрический? Нет, просто мне нельзя спать по контракту, понимаешь? А это универсальное зарядное устройство. Мои гениальные изобретения. Приступим. Я привязал. Вы же и привязали. Я? Сейчас. Прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, у меня при полной луне такие фантазии бывают, что самому страшно становится. Понимаешь? А, вы что, луна? Да. То есть вы сейчас спите? Сейчас. Сплю. И во сне вижу кота в образе человека. Во сне и не такое еще приснится бывает. Может, это молочка? Спасибо. лучше валерьянки. Да-да-да. Валерьяночки. 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 Будем знакомы. Знаешь, это была раньше прекрасная страна. Королева любила детей, дети любили королеву. Потом появился этот полпред и заточил ее величество в башню страха. В парке аттракционов. Люди, не имеющие детства, бывают очень мстительны. Вот, раньше этот рычаг отвечал за подачу фейерверков. Это за подачу мыльных пузырей, а это за подачу мороженого. А сейчас там подслушивают, подглядывают, посматривают, вызывают часовых. Полпред лишил всех памяти. И даже меня. Но во сне я иногда вспоминаю. А память можно вернуть? Безусловно, можно. Нужно найти... Забыл. Нужно найти ключ и освободить королеву. А где найти ключ? Ключ? А? Где? Где найти? Забыл. Саша? Саша? Саша, я знаю, как вернуть тебе память. Нужно стащить ключ у полпреда, открыть башню страха и выпустить настоящую королеву. Ух ты, дурила, поверил, что я ку-ку. Подожди, так ты не того. Да нет, конечно. Дурацкий костюм. У тебя тоже. Извини, но днем мне пришлось притвориться, чтобы не раскусили. Знаешь, что дело в песне забвения. Когда ее слушаешь, обо всем забываешь. А я ничего не слышала. Вот, смотри. Ну тогда пойдем скорее домой. Пока часовщик спит без этой штуки, мы в полной безопасности. Нет, мы сначала должны освободить настоящую королеву и вернуть деточкам память. И зачем я тебе все рассказал? Мамочка, мамуля. Ваше Величество, разрешите представиться, Багет. Кот-Багет. Я восхищен. Спасибо. Привет. Слушай, а как тебя по-настоящему зовут? Коля. Меня зовут Саша. А тебя как? Родион. Слушай, классное у тебя имя, Роди. Нам пора. Ночь заканчивается. Давайте быстрее, быстрее. Раз-раз. Прием. Дети, прием. Раз-раз. Моя универсальная подзарядка. Прием. Мерзкий кот. Детишки, к нам пришла настоящая королева! Помирилась? Илюша, коленка зажила? Даник, привет! Что происходит? Именем королевы, самозванка, часовщик, ее сообщник, кот, их сообщник, и хорошая деточка, их сообщница, приговариваются к казни. Сейчас, деточки, вы увидите, как недоброжелатели растворяются в живительном воздухе нашей прекрасной страны. Вспомнил! Колесо! Надо запустить колесо! Начинаем торжественную церемонию казни! Тишина на площади! Задержать это мерзкое животное! беги! Я задержу их! Девочка! А девочка, ты чья? Ты Сашина подружка? Скажи, а где Саша? Вы что, забыли? Я хорошая девочка. Ну ладно, в гостях хорошо, но дома лучше. Спасибо, все было вкусно, все было чисто. Приятных вам новостей и всего хорошего. Провожать меня не надо, я знаю дорогу. Здрасте. А вы куда? Там же праздник. действительно, форс-мажорные обстоятельства, так сказать. Так что я теперь неплохой дядька, а хороший мужик. Могу выполнять добрые пожелания хоть каждый день. Ну, заходите, будете в наших краях. Поболтаем. Спасибо, дяденька, хороший мужик. Уж лучше вы к нам. Пока. Багетик, привет. Привет, зая. Привет, кисюня. Ой, балбесик пришел. Как известно, все задуманное в новогоднюю ночь, что сбывается. Да. И пусть все плохое останется в старом году. Плохие слова, плохие поступки и плохие девочки. А в новом году, мои дорогие, у нас будет что? Хорошая девочка. Ура! Счастье, горько! С Новым годом! С новым счастьем! Любовь моя!